Всем большой привет, и сегодня я расскажу вам, как правильно пользоваться нашим деликатным полотенцем для волос. Полотенце мы, конечно же, используем с вами после мытья головы. Как только вы помыли голову, использовали все кондиционеры, маски или то, чем вы пользуетесь, после этого вы, конечно же, слегка отжимаете ваши волосы и используете наше полотенце. Его можно использовать двумя разными способами, и сейчас оба из них я вам покажу. Вариант первый. Накидываем нашу челму на голову, как я показываю на видео, пуговичкой ко лбу. В свободный край заворачиваем волосы и фиксируем все на пуговицу. Все держится хорошо и очень надежно. Вариант второй. Наклоните голову вниз и накиньте челму уже пуговичкой к затылку. В свободный край закрутите волосы и зафиксируйте все так же на пуговичку. Вот какой результат у нас получается, выглядит не менее симпатично. Можете написать в комментариях, какой вариант вам нравится больше. Оставляем челму на волосах на 15-20 минут, затем снимаем, расчесываем и приступаем к сушке феном или естественным способом. Желаем вам приятного использования!